Значит, нам надо сначала пополнить баланс. Кабинет, да. Да, заходим в финансы, нажми на... На плюсик. Значит, нажимаем на плюсик и указываем сумму $22. Ну, 22. Так, указала. Угу. Пополнить счет. Так, вот сюда, да? Да. Так. Заходим в кабинет, да? Да, надо зайти в кабинет. Так. Пароль. Сейчас, мне на телефон приходит. 47, 15, 66. Продолжить, да? Да, продолжить. Так. Так, отсюда. Чего? Здесь все уже указано. Ага. Нажимаешь продолжить. Так, продолжить. Так. Тоже продолжить, да? Да, да. Так. О, все. Все, кабинет у тебя пополнен. Значит, теперь есть денежка, как говорится, оплатить модуль и эту абонентку. Заходишь на домашнюю страничку. И вот здесь нажимаешь оплатить $12 абонентку. Оплатить подписку. Угу. Так, все. Подписка у тебя оплачена, значит, на целый год. Ты можешь спокойно целый год пользоваться. Теперь покупаем модули. Так, в нашем случае мы покупаем первый модуль. Бизнес-пакет. Нажимаешь бизнес-пакеты. Так, угу. Нажимаешь на кошелечек, вот где $10. Вот на этот. Да. Так. То есть ты покупаешь первый модуль. Угу. Значит, читаешь все внимательно, конечно же, здесь. И нажимаешь активировать модуль. Так, вот сюда, да? Да. Активировать модуль. О. Все, у тебя модуль активировался. А теперь зайди еще раз в бизнес-пакеты. Так. Угу. Теперь видишь, да, здесь подсвечено. Все, что не куплено еще, оно фиолетовое. Все, что куплено, белое.